Сегодня у Гомельской области працуе каля 17 тысяч медсестер. 20 из них сёлета вырашили выпробовать свое майстерство у штогодовым профессийном конкурсе. До этого усе яны прошли районные этапы. Областный включал 4 выпробования. Треба было продемонстрировать свои таленты, артистичные и профессийные здольности. Будем учитывать обязательно профессионализм, возможность держаться конкурсантки на сцене, обязательно ее интеллектуальный уровень. Комплексно будем подходить к этому вопросу. Специалисты у этой профессии у нашем регионе рыхтуют Мазырские и Гомельские колледжи. Проходные баллы у них стабильно высокие, что доказывает престиж профессии. До речи, гэты конкурс традиционно проходит у Гомельским колледжи. И амаль полова сёлетних удельниц у свой час скончила миновито эту установу. Я здесь училась, и эти стены мне родные. Радость, потому что я здесь. Через столько лет это очень приятно. Конечно, верю в победу. Мечтала быть медсестрой 7-го класса. Почему-то вот я себя видела в белом халате. А самое сложное, наверное, не быть черствой, не потерять вот эту вот, не перейти эту грань между человечностью и когда человек просто остается ко всему равнодушным. У кожной конкурсантки за плячима не меньше, як 5 годов працовного стажу. Усе мают добрые рекомендации и занимаются громадской працей. Тому вызначить лепшую было складано. И все же выбор сробленный. Переможцей признана медсестра Гомельской областной инфекционной клиничной больницы Людмила Стеба. Было волнительно, естественно, но конкуренция была сильная. Я старалась, и все участницы тоже старались. То, что получилось, выиграла, да, я очень рада. Я планирую продлевать карьеру, хочу стать операционной медсестрой. Надеюсь, что после этого конкурса у меня будет больше возможностей к этому прийти. До речи, у конкурса хоть и предугледели призовые места, але без признания не застался никто. Кожная удельница стала переможцей у особной номинации, бо кожная из их финалистка, а значит, у лику лепших. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».